Так, мы начинаем. Еще раз всем добрый вечер. Я думаю, что люди будут сейчас подтягиваться, не будем побуждать. Итак, почему мы называем нашу встречу «Бизнес под ключ»? Я имею полное право говорить о том, что то, что сегодня дает компания, и то, что сегодня происходит в системе работы нашего шведского бренда, компания «Reflame», это можно назвать полным фаршем, полной франшизой для любого человека, который хочет создать свое дело, свой бизнес, не вкладывая ни копейки на старте и не только на старте. Это очень важно понимать абсолютно каждому новичку, потому что очень много ходит мифов о том, что бизнес не может быть без вложений. Я сразу говорю, что тот бизнес, куда приглашаем мы, он не имеет никаких капиталовложений, а в сущности материальных. Поэтому, естественно, мы об этом говорим с первой минуты. Два слова о себе, потому что не всегда люди, которые приходят к нам на наши встречи, знают о нас. И не все понимают, кто мы, что мы, что мы можем, что мы умеем, вообще откуда мы пришли. Я обычный нормальный человек, зовут меня Климова Оксана, являюсь топ-лидером компании. На протяжении 20 лет сотрудничаю с Oriflame, 15 лет я являюсь предпринимателем в Украине. Руководитель большой организации, команды потребителей, команды лидеров, партнеров и основатель бизнес-центра в городе Одессе. Люблю работать в офлайн, но так как стремительно время бежит впереди нас, и мы должны подстраиваться под все абсолютно новые возможности. И онлайн сегодня это мощнейший канал коммуникации, это мощнейший способ, инструмент рассказать о себе и показать, кто ты, чем ты живешь, и пригласить людей к сотрудничеству, если ты имеешь отношение к деньгам и умеешь давать людям информацию качественно, а тем более основываясь на возможности для всех. У меня двое детей, замужем, дочь, считаю лучшей мамой на свете, потому что благодаря маме, в общем-то, я в этом и бизнесе оказалась. Ну и прежде чем говорить о той информации, которую мы говорим нашим новым партнерам, я, конечно же, задаю всем вопрос, как вы думаете, дорогие наши гости, дорогие наши участники, да, нашего вебинара, о чем же мечтают люди сегодня? Думаю, что согласитесь со мной, что абсолютно все мечтают о комфортных условиях жизни. Мечтают, наверное, путешествовать, наверное, мечтают жить в хороших, качественных условиях. Думаю, что все мечтают о хорошем, качественном образовании для своих детей, которое могло бы быть применимо потом на протяжении всех их жизней. Думаю, что все мечтают о любви, о комфорте. Знаю, что все мечтают ездить на дорогих, хороших машинах. И не ради понтов сегодня, потому что, слава богу, понты уходят на задний план, так как многие уже наелись этого всего. И даже в Одессе, как говорят, в городе понтов, сегодня думают о том, как сэкономить, как сократить свой бюджет трат на бесполезные вещи. И самое главное, где найти качественные, хорошие продукты по очень-очень выгодной цене. И я могу сказать, что и это тоже у нас есть. Если вы со мной согласны, что мы все любим мечтать, поставьте, пожалуйста, единички, я буду понимать, что вы меня слышите. И я скажу вам, что на протяжении долгих лет я не просто работаю в компании Oriflame, я не просто сотрудничаю с хорошим ведущим брендом европейским. Я мечтаю и осуществляю свои мечты. Но самое главное, очень многие люди, которые присоединились в нашу компанию, в нашу команду, тоже осуществляют свои мечты. И я вижу, как у многих загораются глаза при получение первых каких-то подарков от компании, при получении первых премий там, для менеджеров, да, когда люди впервые садятся в самолет и улетают в путешествие, которое оплачивает им компания. Согласитесь, что сегодня очень мало есть мест, очень мало есть возможностей, где мы можем
за свою работу достойно получать не только деньги, потому что не всегда деньги играют ключевую роль для людей, которые пришли зарабатывать и менять свою жизнь к лучшему. Очень многие люди стремятся качественно отдыхать, очень многие люди стремятся к саморазвитию, к признанию. Этого не хватает во многих местах работ, возможности заработка, этого катастрофически не хватает. Особенно если говорить о людях служащих, которые привязаны к основной работе, которые работают в государственных местах, и, конечно, похвастаться нечем, кроме отпуска один раз в году, и причем не всегда тогда, когда ты это хочешь. Например, зимой, например, весной, например, осенью. Не всем же хотите отпуск летом. Поэтому я в один прекрасный момент поняла, что я нахожусь в нужном месте, и приняла для себя решение отказаться от той карьеры, которую я хотела делать. Я по образованию офицер, военный переводчик, я закончила военную академию, и, в общем-то, мне было интересно служить в армии какое-то время. Я понимала, что если я останусь служить в армии, я буду делать только карьеру. Просто так я в армии не осталась бы никогда, если бы я не видела карьерный рост. Но, к сожалению или к счастью, наверное, для меня, да, произошло все очень быстро. Я как-то буквально в течение короткого времени поняла, что карьерный рост в армии я никогда не сделаю, и первой женщиной-генералом будет очень сложно мне стать в ближайшие 10 лет. Я просчитала свой карьерный рост и поняла, что годам 50, может, к 45-8, я, может быть, и стану генералом, да, но это еще не факт. Единицы это делают, и, в общем-то, как-то быстро я приняла решение совершенно в другую сторону. Но не об этом сегодня. Мы часто рассказываем о своих историях, и на разных встречах можно будет подробно узнать, кто мы, что мы делаем, и какой опыт жизни, да, у каждого, и почему было принято такое решение. Вот вы, если вы видите здесь картинку путешествия, да, фотографии различных мест интересных мира. Так вот здесь все места, все фотографии, где я была, это не только вот эти красивые снимки, но это 25 стран мира. Здесь не все, что есть, вы видите, и там, где я была. И могу сказать, что все это подарила мне компания. И я научилась в компании путешествовать, потому что до этого я не понимала, как можно это любить. Я не совсем была вдохновлена путешествиями и очень долгое время, в общем-то, находилась в таком, ну, в равнодушном таком состоянии, знаете, и не понимала, в общем-то, ну, зачем так часто путешествовать. Достаточно раз в год поехать в какой-то Египет, там, Турцию, отдохнуть и все. И меня именно компания научила качественно отдыхать и мечтать каждый год покорять новую страну, но при этом еще достойно зарабатывать и развиваться. И я хочу перейти к деньгам, все-таки к той возможности, которая дает компания нам развиваться. И хочу вас спросить, все ли читали книгу «Квадрант денежного потока» Роберта Киосаки? Кто читал, поставьте, пожалуйста, пятерочки, я буду понимать, что мы говорим с вами на одном языке. Если кто-то не читал, в первую очередь, если вы хотите разобраться, в каком бизнесе вы находитесь и куда вам нужно стремиться и как зарабатывать деньги и быть владельцем своего бизнеса, я очень прошу вас, найдите эту книгу, скачайте ее в интернете, сделайте все возможное, чтобы получить эту информацию как можно быстрее и разобраться в короткий промежуток времени, куда направлять свои усилия. Потому что сегодня это очень важно, понимать, в каком ресурсе вы находитесь, какой есть потенциал у каждого человека и какие есть возможности, потому что возможности у каждого абсолютно человека одинаковые, абсолютно, я сейчас в этом уверена, потому что 24 часа в сутки есть у всех, и абсолютно у каждого есть возможность организовать свой бизнес без вложений, потому что я знаю, где
это возможности, я зарабатываю здесь деньги. Но прежде чем я вам расскажу, да, еще раз пройдусь по квадранту денежного потока. Роберту Киосаки удалось разделить все человечество на 4 категории по возможностям заработка. И мы с вами четко вот все принадлежим какому-то из этих квадрантов. Первый квадрант денежного потока, да, это первая, вернее, ступень квадранта денежного потока, категория, это работники по найму, это служащие, это люди, которые большинство вообще вот времени своей жизни тратят на работу по найму. Это служащие, это люди, которые работают от звонка до звонка и исключительно за зарплату, которая положена и которая не может повышаться каждый месяц и каждый даже год. И это фиксированная зарплата, это возможность получения пенсии через 30-40 лет, у кого как получится. И таких людей на планете 80%. Я думаю, что вы согласитесь с тем, что в нашей Украине эта статистика абсолютно такова, и может быть там разница в каких-то единичных процентах. Вторая категория квадранта – это работающие на себя. Это люди-специалисты, это люди-предприниматели, это товарищи, которые умеют делать какое-то дело очень хорошо, но при этом они работают исключительно на себя. Но я приведу там пару примеров. Это либо какой-то магазин там маленькие одежды, либо это мастер по волосам, либо это мастер по наращиванию ресниц, там бьюти, в общем, да, человек, который умеет делать хорошо, имеет свою базу клиентов, но при этом, если завтра, послезавтра он на работу не выходит, не открывает свой магазин или свой салон, либо он не может принять своих клиентов, его бизнес стоит. Все. Есть очень много не совсем приятных историй, когда бизнес просто сгорает за одну ночь, если это, к примеру, продукция какая-то, или если это что-то очень дорогостоящее, оно хранится на каких-то складах или в магазинах, и эти все, скажем так, ну, это предприниматели, которые работают только на закупку определенного товара, и есть единственный смысл купить дешевле, продать больше. В этом сегменте очень серьезная конкуренция, потому что никогда хороший предприниматель, который знает, где купить дешево, не расскажет это другим остальным и не будет их всех туда вести, говорит, что Тамара, Лена, Надя, я вам расскажу, где платья дешевые продаются, давайте поедем вместе, откроем 3 магазина и будем продавать. Это смешно, это вообще не укладывается ни в какой головной мозг, и я могу вам сказать, что... Лена, задам вам вопрос, знаете ли вы на сегодняшний день, дорогие мои, какие есть возможности сегодня быстрого заработка, ну, организации быстрого такого бизнеса, да, потому что на самом деле каждый об этом мечтает, и каждый думает, где еще я могу заработать и увеличить свой доход. Если у кого-то есть варианты, пишите, я буду очень рада, что мы друг другу поможем. Вот, может кто-то может быстро открыть СТО, может кто-то быстро открыть салон красоты и вложить туда, да, денег и четко понимать, что через какое-то время мы их отобьем. Но именно вот в этом сегменте квадранта денежного потока есть определенный риск. Именно здесь. У служащих риска вообще никакого нет. То есть работаешь себе за 5000 гривен и вообще покоя, как говорится, покой нам только снится, да? Есть суббота, воскресенье, есть диван, есть работа, на которую я хожу, но есть единственный риск, это риск увольнения, потерять работу. А по сути у человека не болит голова за то, что я вложил деньги, за то, что я организовал этот бизнес, у меня наемные работники, да, и я за все имею, ну, за все несу ответственность. Именно у предпринимателя есть возможность нанимать работников, и они являются его работниками по найму, и именно он несет за них ответственность, именно он платит за них налоги. Это факт, и налоги на наемных работников, сотрудников сегодня очень дорого стоят, и я не могу сказать, что эта категория, да, очень, ну, скажем так, приемлема сегодня абсолютно для каждого. Не каждый рискнет,
Не каждый имеет силу воли такую, да, и проявление творчества. Не у каждого реально может получиться обрасти какими-то связями. Не каждый может поехать в Турцию, закупить товар, привезти его удачно, продать, например, да. Ну, я, можно продолжить этот список, но вы понимаете, о чем я говорю. Третий сегмент квадранта денежного потока – это владельцы бизнеса. Это тоже предприниматели, да, но это уже люди, которые имеют команду, сети, это франшиза, это корпорации и это сетевой маркетинг. То есть это три категории, прочитайте, пожалуйста, если кто еще не читал, либо кто забыл, да, о чем пишет здесь вот об этой категории Роберт Киосаки. И именно сюда он включает в этот сегмент возможность развития бизнеса, открытия своего собственного бизнеса именно в сетевом маркетинге. И так как он, ну скажем так, описывает, да, ну, лучше слово не скажет, так как он делает промоушен сетевому бизнесу в своей книге, я еще не читала ни у кого, ни одного из экспертов. Очень простая подача, очень доступно написано в этой книге о том, почему нам нужно обратить внимание на сетевой бизнес. И именно информация направлена на скептиков, которые понятия ничего не имеют о сетевом, но слушают советы людей, у которых ничего не получилось, либо у них исключительно негативные отзывы. Люди, которые говорят о сетевом плохо, они два варианта. Либо у них есть негативный опыт, либо они об этом ничего не знают. Все. Те, кто в сетевом научили зарабатывать деньги, создали себе пассивный доход, только эти люди могут вас чему-то научить. Других вы не можете слушать людей, просто это, могу сказать, даже это как минимум странно. Ну и 1% это люди-инвесторы. Как вы понимаете, что ими становятся единицы, и у этих людей сосредоточено 78-80% денежных потоков. И, конечно, говорить об этой категории долго нет смысла. И предлагаю остановиться на третьей вот возможности, да, это владельцы бизнеса, и пригласить вас именно в тот бизнес, где вы можете поменять свой сегмент, нахождение в сегменте, да, стать владельцами своего собственного бизнеса. И мне очень нравится фраза Роберта Киосаки, когда он говорит: «Сколько раз я должен напоминать тебе, что работа не сделает тебя богатым? Сколько раз я должен напоминать тебе, что богатым становится в свободное от работы время?» И я когда поняла вот смысл этой фразы, и я вспомнила сразу, когда я служила в армии с 8 до 8 вечера, и после 8 вечера все мои офицеры, ребята, да, это мужчины в основном, я была одна девушка в разведуправлении, одна офицер, и все мои ребята бежали после 8 вечера на какие-то работы. Кто-то там бежал на 7 километр что-то грузить, у кого-то был в аренду снят контейнер, кому-то там кто-то что-то перевез, надо было в Молдавию отвезти, какая-то вот, какой-то что-то, продукты. В общем, я могу вам сказать, что это, ну вот, такой период жизни для меня был сложный, когда я принимала решение идти мне в Орифлейм серьезно работать, да, или просто тусоваться там для себя. И я, смотря на вот этих людей, которым по 40, по 45 лет, мне 23 года, я понимала, что у меня ничего не ждет хорошего в ближайшие 10 лет. Потому что я, ну, четко вот себе осознавала, что мужчинам, наверное, проще зарабатывать деньги в любом случае, если есть физическая сила. У женщин немножко сужается вот в такой момент именно, ну, быстрого дохода. Нужно все равно быть специалистом где-то в чем-то как-то. Либо у женщины остается вариант быстро заработать, это стать няней для чужих детей и убирать квартиры богатых людей. Ну, я сразу поняла, что мне этот момент не подходит. Я достаточно уважаю свою маму, которая вложила в меня время, любовь и, могу даже сказать, немного денег. Нам повезло, что мы много не платили за учебу, практически нет, но свою любовь она в меня вложила, и уважение, конечно, к себе и к ней у меня было достаточно, чтобы я приняла решение расти дальше и помогать прежде всего своей семье вырваться из замкнутого круга. И для этого мне нужно было очень много думать. Но думать много не пришлось. Меня пригласили мужчины в этот бизнес, и я сразу же получила информацию о деньгах, о том, как правильно строить команду.
и как правильно зарабатывать деньги в нашей компании. Я благодарна тем мужчинам, которые меня именно научили это делать. И своей маме, которая первая стала моим партнером и сразу же поддержала эту идею. Почему Oriflame сегодня может быть первым и естественным выбором для каждого из нас? Почему нужно посмотреть в сторону Oriflame в первую очередь как на продукт? Сейчас я об этом именно хочу сказать. Почему? Потому что Oriflame сегодня является компанией номер один, косметической компанией номер один прямых продаж в Европе. Мы сегодня номер один. И буквально, я думаю, что совсем скоро мы вырвемся в пятерку лучших компаний мира, потому что практически все рынки Oriflame уже занял. И сегодня идет бурнейший рост в Китае, в Индонезии. Абсолютно, ну, наверное, в ближайшее время, хочу в это верить, да, откроется Америка, и в Америке нас уже ждут, и это будет такой вот, ну, серьезный бум, но вот не об этом сейчас, но просто вы должны знать, что то, что сегодня, какую мощь набирает сегодня компания, ну, не сравнить ни с одной. И более тысячи, наверное, даже 1500 наименований товаров в 6 категориях есть сегодня только в Oriflame. 400 новинок каждый год. 400 новинок, вдумайтесь просто себе. Есть компании, которые выпускают одну новинку в год. Есть компании, у которых каталог один год работает. Есть компании, которые работают только два сезона по скидкам, понимаете? И есть компании, где всего лишь 30 наименований продукции. Это нужно понимать. В какой бизнес ты приходишь? Ты приходишь в бизнес компании, которая 3 продукта, 30 продуктов или 1500. Ты приходишь в компанию, продукт, который нужен каждый день людям, или продукт, который ты продал, и следующий клиент тебе придет через 20 лет, где гарантия, допустим, на посуду 20 лет. Понимаете, о чем я говорю? Да? И когда меня спросили на первой презентации, ребята, которые меня пригласили, ты, Оксана, сегодня мыла голову, ты сегодня красила губы, ты сегодня пользовалась дезодорантом. Так вот, если ты это все эти сегодня делала, значит, это делают другие люди. Значит, продукт, который есть в нашем каталоге, он является 100% спросом на каждый день, и это то, что будет продаваться без тебя. Это то, что является выгодным сегодня, самым выгодным приобретением, как свое вложение времени в бизнес. Более 1,5 миллиарда евро продаж было, да, у нас в 2017 году. 3 миллиона консультантов и около 6 тысяч сотрудников компания обеспечивает для нашей работы. 5 собственных фабрик. И самое главное, что есть компания Oriflame. Это есть только в компании Oriflame. Центр разработок в Дублине и Институт исследования кожи в Стокгольме. Ни в одной компании нет Института исследования кожи. Вы должны это знать и передавать своим клиентам. И сами для себя убеждаться в том, что если компания является не просто продавцом каких-то продуктов, а компания является... И она не является не просто производителем, она является разработчиком своих собственных продуктов. Потому что есть очень много компаний, которые покупают готовые формулы и патенты. Кстати, у нас очень много ведущих брендов, не буду называть какие, покупают наши патенты на какие-то продукты, которые уже компании не интересны. Они уже не инновационны. Но так как есть компании, которые не производят свое, им выгоднее купить, потому что производить и разрабатывать — это самые дорогие вложения. Все это самое дорогое, что может позволить себе на сегодняшний день любая компания, которая хочет стать номер один, понимаете? Потому что разработать продукт — это не просто смешать 5 ингредиентов, чтобы получился крем. Это очень трудоемкий процесс. Это процесс, который включает в себя не просто сделать крем и положить его в красивую стеклянную баночку, нужно провести исследование. И Oriflame проводит исследования клинические. Опять-таки, единицы компаний в мире, которые могут позволить себе такое дорогое удовольствие. Потому что клинические исследования проводятся только на людях. Это страховки, это ответственность, это просто это строгая очень очень тяжелый и трудоемкий процесс. И думаю, ну, должно быть полезно, а кому-то даже интересно. Просто побольше об этом почитать на нашем сайте, и будете быть уверены, подкованы в том, что мы сегодня являемся лучшим выбором. Какие цифры важно знать вот для нас с вами, чтобы понимать, насколько
Вот новичку нужно быстро вот вложить эту информацию, и у него не было никаких потом сомнений в том, что я про Oriflame знаю все там, да, или основную информацию. Мы 50 лет на рынке мира работаем. Мы работаем в 63 странах мира. Бизнес безграничный. Абсолютно. Вы можете в любой стране мира, где у вас сегодня география очень большая, есть знакомые там, да, незнакомые, вы качественно ведете свой аккаунт в интернете, вас увидели, вас заметили, вы делаете какие-то интересные посты, знаете, что абсолютно, ну, у нас в странах СНГ вы можете приглашать на свое предложение всех людей, которые интересуются лично вами, потому что, ну, запомните, люди приходят не на наше предложение, люди приходят на нас. Если мы правильно, качественно, профессионально, даже где-то красиво, да, преподнесем информацию, которую, ну, преподносят миллионы людей сегодня на планете каждый день Oriflame, но именно к вам придут люди, знаете, они придут на вас. В Oriflame 17 зарплат в год, каждый 21 день. Мы зарабатываем, получаем свой бонус, свою зарплату за проделанную работу. Закончился каталог, мы получили свою зарплату. Балл-бонус. Что такое балл-бонус? Это день, это единица измерения наших с вами продаж, которые работают по всем странам мира, но в каждой стране балл-бонус стоит свое определенное количество денег, да, то есть у каждого, в каждой стране своя валюта, и в нашей стране один балл стоит приблизительно 10 гривен, и тогда вам легче просто понимать, как работать с людьми. Мы предлагаем компании Oriflame целостный подход к красоте. Что это значит? Что мы не просто косметика, мы не просто компания, которая даем возможность людям пользоваться базовой косметичкой там, да, или дезодорантами, шампунями. Мы предлагаем два очень мощнейших бренда. Это бренд New Age, уход за кожей лица, и Wellness, категория Wellness, которая является на сегодняшний день лучшей в своем сегменте. И это стандарты GMP, это высочайшее качество производства. Просто я говорю сегодня клиентам, разработано и произведено в Швеции. Зачем покупать сегодня красивые продукты из Швеции? Потому что, еще раз, да, зарезюмируем, мы являемся сегментом, где красота как образ жизни. Продукты, которые являются натуральными, и шведская наука подкрепляет все инновации, которые они включают в себя. Конечно же, это безопасные ингредиенты, и это экологический, этический стандарт. Это то, что нужно знать о том, почему Oriflame должен быть естественным выбором для каждого человека. Три возможности, которые предлагает компания. Первая возможность, если здесь говорить, скажем так, компактно и чтобы это было понятно абсолютно каждому человеку, три возможности, которые выбирает абсолютно каждый новичок, приходя к нам. Он на старте может включиться абсолютно, ну, в категорию, которую выбирает сам. Минус 20% – это экономия для себя. То есть вы знаете, что в нашей компании нет обязательных закупок и нет минимальных заказов. Стартовая программа, которая дает возможность каждому новичку получить подарков на 5000 гривен в течение 4 каталогов, если он будет делать по 100 баллов каждый каталог. Акции лояльности, которые компания объявляет абсолютно каждый сезон, и можно поучаствовать любым продавцам, любым консультантам, консультантам для себя и получить свои подарки. Как мы поддерживаем наших клиентов и консультантов? Это продуктовые чаты, это вебинары, это личное сопровождение тех людей, которые вас пригласили. Если, к примеру, к вам приходит человек и говорит, что я не люблю работать как консультант, я знаю, что вы тут бегаете, продаете, там все такое прочее. И я задаю вопрос. Вы вообще сами скажите, любите продавать? Не любите продавать. Хорошо, я тоже не люблю продавать. Вот, но я вам сейчас покажу свой первый заказ этого каталога. Вот я открываю коробку сегодня, у меня заказ на 6000 гривен.
Я могу вам сказать, что у нас как таковых продаж, когда стоит продавец и прилавок, их просто нет. Их априори быть не может, потому что мы не имеем права заниматься розничной торговлей. Но если, к примеру, мой каталог попадает в руки моим знакомым, и я сижу на какой-то вечеринке, либо я пришла на день рождения, либо я просто зашла к соседке там что-то спросить, и у меня в руках мой каталог. Как вы считаете, является ли продажа то, что я оставляю на ночь соседке каталог на ночь, да, и говорю, что «Галочка, посмотри, пожалуйста, первую, 35-ю, 60-ю страницу. Это бомба вообще. Посмотри, вот я себе приобрела, вот я пользуюсь этим, и я тебе просто рекомендую, прочитай внимательно, да, посмотри на цены и скажешь мне утром, заинтересовала ли тебя вот моя такая пропозиция». Это является продажами? Ну, конечно же, нет. Это является профессиональной рекомендацией по приобретению наших продуктов. Еще раз говорю, что мы не продаем на сегодняшний день, я не могу сказать, что когда мы показываем каталог, мы продаем Oriflame. Мы являемся консультантами по красоте, девочки. Вот это вот самое главное, запомните наш вот этот слоган, да, и на самом деле, что мы в первую очередь предлагаем человеку. Если консультант по красоте знает много хорошей, качественной информации о наших продуктах, и если он является сам 100% потребителем, и у него есть как минимум 10 любимых продуктов, он, конечно, об этом легко и просто может рассказывать другим людям, с которыми он знакомится, с которыми он встречается, людям, которые его знают и которые его рекомендуют. Потому что наш бизнес – это также бизнес рекомендаций. Если мы качественно обслужили хотя бы одного клиента, нас, конечно, кто-то кому-то когда-то порекомендует. А если мы еще об этом попросим, то человек это сделает с удовольствием. Это запомните, пожалуйста. И для тех людей, которые могут, умеют и хотят рекомендовать наш продукт другим людям, есть специальная программа для продавцов, где есть немедленная прибыль 20%, и где есть 10% дополнительный бонус, это личный товарооборот, который совершает человек. И, к примеру, если 1000 баллов научился консультант наш делать, мы ему помогли, его зарплата от компании 1560 гривен. Обратите на это внимание, для кого-то это еще одна стипендия, для кого-то еще это одна пенсия, для кого-то третья часть зарплаты, да, для кого-то это отправить ребенка в сад, вот, на 3 месяца, да, и забыть. Это очень важно, потому что здесь деньги уже есть, и мы должны об этом говорить. Руководитель организации, третья возможность, куда я приглашаю сегодня наших партнеров. С удовольствием и с гарантией того, что это обязательно получится при условии, если человек будет выполнять определенные действия. Вы стаете партнером компании, вы можете сразу же для себя определить, в какой ближайший срок вы готовы уже занять ступень менеджера. Для этого нужно просто научиться рекрутировать, приглашать людей в Oriflame на все три возможности. Конечно, по карьерной лестнице вам будет интересно разобраться, кто такой директор и откуда у него такая зарплата, допустим, там 12-14 тысяч гривен, да, и кто такой топ-лидер. Я являюсь топ-лидером компании, но как вы понимаете, что без трех этих возможностей, которые сейчас вы видите, да, на экране, я бы не добралась до этого звания никогда. Я на себе ощутила, что такое стартовая программа и минус 20%. Я понимаю, что такое много заказов и как можно делать хорошие продажи и еще зарабатывать на этом деньги. Вот, но я для себя определила, что для меня не интересна ни первая, ни вторая возможность как единственная. Для меня интересно развиваться здесь как руководитель, развиваться здесь как человек, который помогает другим расти, помогает другим людям зарабатывать деньги. Я очень люблю признание от компании, я очень люблю путешествия, я люблю очень премии единоразовые за новые звания. Я это все люблю, и для себя я приняла эту возможность. И мне это очень интересно, я ничем не рисковала, я только рисковала своим временем, которое я вкладываю. Но поверьте, если вы вкладываете время каждый день в Oriflame, в этот бизнес хотя бы час времени в день, вы через год увидите по-любому результат. Если вы будете вкладывать в свою наемную работу еще лишний час времени, результат не увидит никто, и в зарплате вы не увидите ничего, никакой прибавки. Это самое главное. Поэтому здесь я рекомендую в этом своими спонсорами, либо на наших других уже вебинарах «Успешный старт» и понять, для чего вам нужно строить этот бизнес и как его начать. Если говорить о маркетинге, мы включили сюда доходы консультанта и до уровня директора. Понятно, что 38 гривен вообще никого не мотивирует сегодня, да, но это первая ступень, через которую каждый проходит. Уровень менеджера – это 9% 900 баллов.
Уровень 22%, 7,5 тысяч баллов – это уровень директора старшего менеджера. И это уже те деньги, о которых есть смысл поговорить. То есть если говорить о том, откуда возьмутся 7,5 тысяч баллов, вот если говорить об этом, да, то двумя словами так. Либо это два активных чека, которые сразу ты через бизнес, либо это 100 человек, которые покупают наши продукты, влюблены в наш wellness, в наш new age, которым вы отдаете много времени, либо немного времени, как вам решать, да, качественно, некачественно, с помощью наших вебинаров, продуктовых чатов и поддержки, помогаете им осуществлять правильные, хорошие покупки из нашего каталога и быть лояльным клиентом в нашем интернет-магазине. Человек выбирает сам, какой вариант ему подходит больше. Либо ему ставать руководителем организации, либо помогать другим людям покупать, делать хорошие заказы и в нашей компании. Но поверьте, и тот вариант будет правильным выбором, если человек осознанно к этому подойдет. Я могу вам сказать, что мне зарплаты в Oriflame нравятся, и я хочу увеличивать их каждый месяц, потому что у нас есть невероятная возможность наращивать свою зарплату. Чем больше мы людей приглашаем в наш бизнес, чем большему количеству людей рассказываем о том, какие у нас есть возможности, тем у нас больше денег будет в следующем каталоге. Это факт неоспоримый, и это самое лучшее вдохновляющее будущее, которое, в общем-то, светит абсолютно каждому человеку. Кто такой руководитель организации, еще раз, да? Вот если остановиться все-таки на основных таких моментах, я бы выделила три звания. Это директор, золотой директор и бриллиантовый директор. Директор Oriflame – это человек, который имеет групповой товарооборот 7,5 тысяч баллов. Это продавцы, это консультанты, это клиенты, это менеджеры. Это $1000 премия, кроме зарплаты, 15 тысяч гривен в этом году ситуационный бонус. Это банкет директоров Киев, это признание от компании, это предпринимательство, это такой хороший фундамент для успешного начала бизнеса. Золотой директор. Почему я выделила еще именно эту ступень, да, не старший вот директор, например, а золотой директор? Потому что именно со звания золотой директор компания дарит путешествие. Компания дарит путешествия за границу, и в этом году у нас очередное путешествие – это Мадрид, Испания. И все золотые директора прекрасно выезжают в августе месяце, уже с потраченными премиями $2000 из 15 тысяч гривен, да, на золотую конференцию, на отдых. Это автопрограмма, любой золотой директор может осуществить свою мечту, получить от компании машину в подарок, вот, и об этом тоже нужно знать. И бриллиантовый директор. Бриллиантовый директор – это человек, который к двум директорам прирастил еще 4 директоров, и у него в первой линии оказалось 6 лидеров, которые стали директорами, поехали на банкет директоров, получили свои премии. Бриллиантовый директор, естественно, от компании получает награду – это $6000 премия, это 50 тысяч гривен доход в каталог, 15 тысяч гривен – это ситуационный бонус, это 2 конференции в год, зима-лето, и это автопрограмма «Машина в подарок». И я могу вам сказать, что когда я впервые увидела карьерную лестницу в Oriflame, я ее не испугалась. Я обратила внимание только на звание директора. Мне понравилось слово «директор». Мне были непонятны цветные вот все бриллиантовые, золотые, сапфировые директора. Эти названия не совсем до меня это доходило, и я очень скептически к этому относилась одно время. И я поняла, что вот директор – это хорошее название, хорошая должность, и буду к этому стремиться. Ровно через год я стала директором компании Oriflame, ровно через год стала директором моя мама, ровно через год мои первые партнеры, которые пришли в первый год работы Oriflame, и мы четко понимали, что год – это самый хороший период времени, когда ты горишь, когда у тебя есть вдохновение, когда ты действительно, твои мечты, они живые, и ты четко понимаешь, что уделяя этому 3-4 часа времени в день, ну качественно, да, плюс еще это офлайн работа, да, и сейчас подключать онлайн, то абсолютно реально, приглашая в день 5 человек, через год закрыть звание золотого, закрыть звание директора, открыть звание золотого директора. Это очень реальный план. Главное, чтобы это у вас было в голове. Потому что если этого в голове нет, и как бы, ну, есть какие-то сомнения, то нет смысла начинать, нужно разобраться на начальном этапе, куда вас приглашают. Скажите, пожалуйста, вы слышите меня? Нас не совсем сегодня много, да, ну, в общем-то,
Думаю, что вы меня слышите. Еще раз я хочу зарезюмировать. Мы не являемся проектом однодневкой. Это не пирамида, это не работа по найму. Это компания с мировым уровнем, с мировым именем. Это 20 лет компания работы Oriflame на рынке Украины. Еще раз напоминаю, 50 лет работы на рынке мира. Это десятки тысяч предпринимателей, которые сегодня зарабатывают в компании, которые сегодня благодарны компании за те возможности, которые когда-то она нам всем подарила. И это самая главная возможность, кто любит, кто хочет и кто стремится помогать другим людям, именно здесь вы можете это научиться делать. И именно здесь у вас есть все возможности помочь тем людям, которые нуждаются в помощи в этом. Это очень важно. Я говорю сейчас именно для тех людей, которые об этом думают. Почему стоит зарабатывать с нами? Вы сами планируете свое время. Работа в комфортных условиях. Офис, дома, выбор за вами. Это свободный график и независимость от начальника. Это бесплатная поддержка. 24 часа на протяжении 7 дней в течение недели. И общение онлайн. Это проверенные бизнес-инструменты для успешной работы. Все, что мы вам предлагаем, это мы проверили на себе. Все, никаких инноваций там, да, и никаких моментов, да, когда где-то нужно что-то там проверить на новичках, мы этого не делаем, нет смысла абсолютно. Потому что нам очень важно, чтобы новичок буквально в первый период времени свой, 21 день, уже стартовал и понял, что такое подарки, что такое деньги от компании. Это старт карьеры без финансовых вложений. Это очень важно, когда вы понимаете, что 19 гривен вы платите за то, чтобы открылся ваш личный кабинет. Все, и больше вы никому никогда не платите. И это помощь в создании дохода, более 500 долларов в каталог. Также мы предлагаем от себя, от нашей команды, мастер-класс от экспертов. Сам себе визажист, сам себе косметолог, сам себе диетолог. Это то, что очень нужно и интересно сегодня каждой женщине. Это то, что абсолютно необходимо каждому мужчине, потому что сегодня каждый человек хочет быть красивым, каждая женщина хочет выглядеть моложе своих подруг, это факт, да. И не все действительно понимают и верят в то, что это можно сделать без очень сильных вложений, без напряжений, а главное системный подход в уходе, главное качественный продукт и главное человек, который в этом разбирается и может тебе помочь. Зачем присоединяться к бьюти-сообществу от Швеции? Это доступное предпринимательство сегодня в Украине. Это компания, которая работает на очень долгую перспективу и заботится о людях на планете. Лучшие инструменты для развития роста. Это уважаемая компания с мировым именем. Я на этом сегодня делаю очень большой акцент, потому что для меня это очень важно. Очень многие люди спрашивают, почему Oriflame, и я отвечаю, почему. Если вы любите общаться, если вы любите находить друзей новых, если вы любите быть в центре внимания, в центре новых каких-то трендов красоты, моря, мира моды, там, здоровья, да, если вам нравится путешествовать, конечно, вам нужно присоединяться в нашу компанию, в наш бизнес и зарабатывать здесь деньги, потому что все это любить, и, скажем так, не делиться с этим другим, с другими людьми, это сегодня как минимум странно, потому что каждый человек сегодня, если зайти в Инстаграм и посмотреть, что выкладывают, какие посты люди, мы просто видим, да, что каждый хочет рассказать о своей семье, о том, как он путешествует, чем он занимается, да, но не абсолютно, ну, не всем людям удается это сделать красиво, качественно, не у всех есть действительно такая возможность, и мы можем помочь в этом. Показать красивые места нашим клиентам дорогим, да, нашим новым людям, которые нас не знают, где мы бываем, как мы живем, как мы работаем, да, и чем мы занимаемся. Если вы готовы для того, чтобы стартовать, конечно, вам нужно регистрироваться, вам нужно пройти обучение, вам нужно стартовать уже сейчас со своими первыми личными заказами, чтобы понять, что такое личный кабинет. И вам, конечно, уже нужно увидеть свои доходы. А свои доходы можно уже увидеть в первые 21 день каталога своего старта. Это можно сделать, это можно четко на себе ощутить, если придерживаться всех шагов, всех инструкций, всех правильных рекомендаций, о которых говорят эксперты, о которых говорим мы. Если, конечно, у человека есть мечта, желание и настойчивость, конечно, мы можем сделать все, да, и прорастем даже сквозь асфальт, и вот какой-то этот замечательный цветочек,
несмотря ни на все трудности и препятствия, мы в любом случае можем сделать то, к чему стремимся, потому что всегда мечты сильнее, чем препятствия, если они настоящие. Если мечты не настоящие, любое препятствие, любое сомнение может сбить с толку абсолютно любого человека. Если есть желание у вас, конечно, появятся возможности. Если будут действия с нашей стороны, всегда будут результаты. Не будут результаты, если мы будем просто думать, мечтать и складывать пазлы только в голове. Если будут элементарные действия, о которых мы говорим, то, конечно, результаты не заставят себя ждать. Я вас приглашаю в нашу компанию, в нашу команду. Я приглашаю вас в готовый бизнес с нашей командой. И ждем вас на нашем обучении, на наших вебинарах. Обращайтесь к своим спонсорам, которые вас пригласили. Много читайте сейчас информации. Заходите почаще на свой личный кабинет, на наш сайт Oriflame.ua. И там всегда найдете новости, которые действительно можно пропустить в чатах, но вы никогда не ошибетесь, если вы очень хорошо проштудируете новостную ленту нашего сайта. Завтра мы ждем вас 20 часов на вебинаре, где мы будем рассказывать о том, что такое бренд New Age, как правильно проводить шведские сессии по уходу за кожей лица. И главный спикер нашего вебинара будет завтра Оксана Луцкив, это спонсор очень многих наших партнеров успешных, это основательница также бьюти-центра в городе Черткове, Тернопольская область, это очень успешный растущий лидер, поэтому я вас всех приглашаю и желаю вам завтра провести вечер очень продуктивно и пригласить на этот вебинар даже уже своих клиентов. Спасибо вам за то, что вы уделили время, и желаю вам хорошего вечера, продуктивного сна и очень мощного рекрутинга в этом каталоге. До свидания.